Поклонники не смогли сдержать эмоций при виде любимого вокалиста. Знаменитость распухла до нельзя всего за несколько недель, а теперь певец не выходит на связь. Появление «Золотого голоса России» в эфире программы Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» привело фанатов в ужас. Изменившийся внешний певец практически не помещался в экран и выглядел, мягко говоря, не совсем привычно. Люди привыкли встречать Николая Баскова при полном параде и в идеальном состоянии. А в студии обновленной передачи Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба» артист появился буквально неузнаваемым. Не секрет, что проблемы с лишним весом у Николая Баскова наблюдаются на протяжении многих лет. Однако предрасположенность к полноте не мешала блондину блистать на сцене, вести корпоративы и сводить с ума сентиментальных россиян. По мнению поклонников, неутешительные метаморфозы могут являться симптомом целого ряда серьезных недугов. При этом удивительно, что исполнитель хита «Шарманка» решил не отказываться от похода на ТВ, тем самым заставив изрядно понервничать собственных фанатов. На фоне бурных обсуждений внешности Баскова в сети тут же появились предположения, что виной всему не какая-то опасная болезнь артиста, а с неумением натурального блондина сдерживать себя. Иными словами, Николай в какой-то момент не смог удержаться от вкусных соблазнов, и его разнесло. И все бы ничего, но после пресловутого эфира Басков внезапно исчез. Обычно звезда регулярно обновляет соцсети, не забывая отмечаться в комментариях у других знаменитостей. Вполне возможно, рассуждают перепуганные таким поворотом событий интернет-пользователи, артист действительно пропал на фоне серьезных проблем со здоровьем. Россияне уверены, безопасной болезни тут не обошлось. По некоторым данным, у артиста очень серьезные проблемы с почками. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!